Комитет по охране памятников подал в суд исковое заявление на управляющую компанию. Ей вменяют самовольный демонтаж элемента декора и уничтожение архитектурного памятника. Валентина Воловик в уничтожении горельефа обвиняет себя. Это она пожаловалась в управляющую компанию на то, что с фасада падают камни. Штукатурка падает, недавно кирпичи попадали с фронтона. Правда, собственница надеялась, что после ее звонка коммунальщики все же приступят к ремонту. Это же не хрущевка, господи. Это особое отношение должно быть, бережное. Вот, например, 2 года я ходила, вот эркер обрушился, вот это, значит. Наконец-то они заделали, попутно сбили лепнину, видите? Ремонта фасада от управляющей компании требовал и городской комитет по охране памятников. Еще в апреле в ходе внеплановой выездной проверки ведомство установило, что лицевой фасад жилого дома находится в неудовлетворительном состоянии. Но ремонт так и не начался. Вероятно, нужно создать какую-то отдельную программу по возвращению лепного убранства и скульптурного убранства на фасады города. Но мне, конечно, сразу же скажут, что на это денег нет. За это административное правонарушение коммунальщикам грозит штраф 5 миллионов рублей. Комитет по охране памятников уже обратился в суд с иском о порче памятника.